Всем приветики, пистолетики. В общем, сегодня какое-то нестандартное видео, и у меня настроение какое-то нестандартное. В общем, я решила убраться в своей комнате и подумала, почему же мне не снять видео, как я убираюсь в своей комнате. Господи, гениально! Я поняла, что моя комната не слишком уж и чистая, но так как мне уже скоро выходить из дома, иначе я опоздаю. Всем привет с монтажа этого видео. Скажу сразу, я опоздала на 30 минут. Могу, мне практикую. Ладно, поехали дальше. Я уберу сначала вот здесь, внешний, а потом залезу в шкаф. Как вы помните, в моем ежедневнике была такая цель — ремонт. Но мама боится его делать. Но все-таки я надеюсь, что мы его сделаем в этом месяце или в следующем. Меня не волнует. Я хочу сделать ремонт. Мечта, цель, йоу. Идем к ней. Короче, давайте приступать. Сами сейчас все увидите. Сделаю небольшой рум-турчик и приступим. Наконец, а то я опоздаю. Так, погнали рум-турчик. Сперва, как зайдем в мою комнату, мы увидим две прекрасные картины. Я их обожаю, они просто украшают всю эту комнату. Затем идет стеллаж с книгами, альбомами, куклами, ну и что-то типа бьюти-столик. Затем шкаф с моими вещами и вещами моей сестры. Затем стол с компьютером и диван. В принципе, это вся моя комната. Она супер маленькая, но надеюсь, мы скоро ее поменяем. В общем-то, сейчас мы начнем делать уборку, иначе я опоздаю. Сейчас мне нужно убрать учебники, вот эту тарелку, рюкзак, все убрать с дивана, вещи ненужные. Поэтому давайте убираться быстрее. В общем, сейчас я решила убрать вот эту вот полку, там, где косметичка. 33 расчески, фен. Вот, так что погнали. Итак, я убралась. Это было недолго, несложно. Убрала косметичку на место. Фен тоже. Расчески все положила по своим местам. Так, продолжаем дальше. Я думаю, что это видео будет не очень интересным, но все-таки оно будет в моей коллекции. Ура, товарищи, ура! Дальше я, конечно же, решила убрать стул, потому что на стуле у меня висит моя форма. Sorry. Итак, погнали. Тут всякие учебники, тарелки, бокалы. Ладно, признаюсь. В общем, я купила сегодня сок хрущевый. И решила как, ну, элитненько попить из бокала. Только не рассказывайте никому этот секрет. Сок — моя семья. Наливаем. Представляем, что мы сидим в дорогом ресторане со своей подругой, с ее бойфрендом, Егором Ковидом, конечно. Моим каким-нибудь. Вот. И выпиваем элитное вино. Господи! Мне просто сейчас приходится включить свет. Настолько у нас темно стало. Меня раздражает этот желтый свет. Честно, я не знаю, что делать. Простите, если будет вообще глазам неприятно смотреть. Сори. Я не виновата. Дождь! Он еще и усиливается очень сильно, только что моросил. Кухня среднестатистическая, русская, магниты. Кухня сама бежевая, а все остальное у нас желто-розовое. Ну ничего. Моем, драем. Чисто плотное. Итак, как вы видите, на столе я прибралась,
И сейчас мне нужно будет убраться на диване и, в принципе, все. Внешне комната будет зашибенистая, но внутри, конечно, есть свои таракашки. Ну, тараканов у нас нет, но я... Короче, шкафу я тоже уберусь. Не переживайте. Тараканов там нет. Just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now. Я думала, вы не против. Я убралась. Все сделала. Внешняя комната чистая, вообще зашибенистая. Ну, так как мне сейчас нужно собираться на тренировку, в шкафу я уже не успею убраться. Ребята, я снова с монтажа этого видео, и я заболела, поэтому я не убралась в шкафу. Такая молодчина. Ладно, продолжаем смотреть. Вот. А сейчас, пока я лежу в очень удобной позе, я советую вам подписаться на мой инстаграм и на мой тикток. Поэтому, если тебе не трудно, иди смотри видосики и фоточки. Лавки-чмавки. Целую в почек.